Прикол мои друзья, я Дима Баш, это блок Speak to Bash. Я Дима Баш, это блок Speak to Bash. Сегодня я посетил мероприятие Костер Фест. Мероприятие, которое было полностью посвящено русскому драм-н-бейсу. Мы разжигаем первый костер драм-н-бейса в Санкт-Петербурге под открытым небом. Мы будем вместе полыхать под любимые песни. Мы ждем тебя, чтобы ты это увидел первым. Как единый организм 174 на микрофоне Вандер Кейс и Женя Бёрд. Без звуковой поддержки панчмен крутый Озма дарит тепло всем. Жаркий костер. Я взял небольшое интервью у артиста, кто сегодня выступал. Я пришла в русский drum and bass. Так что смотри обязательно, не переключайся, подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий. Но сам знаешь, что делать костер без Дима Баш. Женя, расскажи, как ты пришла в русский drum and bass, и почему русский drum and bass сейчас опять в топе? Я пришла в русский drum and bass, я не помню когда. Это было очень давно, лет 12, может 14. Когда-то в детском лагере поставили Prodigy, Out of Space. И все, случился мэтч. Это движение вперед, это нескончаемая энергия. В общем, drum and bass — это наша жизнь, она делает ее ярче и лучше. Русский drum and bass — самый лучший drum and bass в мире. Я всегда так считала. Вы помните первый день, когда вообще услышали drum and bass на русском? Ночи без тебя — это трудно, слезы без тебя — это больно. Выжить без тебя в мире сложно, но все-таки можно. Ночи без тебя — это трудно, слезы без тебя — это больно. Выжить без тебя в мире сложно, но все-таки можно. Звезды тают над головой, если ты остался со мной. Вместе быть, я знаю, это сложно, но все-таки можно. Хочется мне. Русский drum and bass на самом деле мой drum был всегда, сейчас не знаю, наверное, лето, потому что наступило, да и в принципе какой-то прорыв у музыки, все начали слушать, выходить на улицы, ну классно, русский drum and bass жив. Костер, первый фестиваль такой большой, который посвящен именно русскому drum and bass, как вам вообще впечатления, эмоции и вообще какие-то выступления? Вообще что-то... Это мой первый лайв, это просто крышеснос. Классно, настроение крутое, у народа тоже. Погода просто под нас подгадывается, был просто сильный дождь. Сейчас солнышко вышло, очень нравится, побольше бы таких фестов. Костер Фест, вообще супер аудитория. Вот на самом деле вот такие мероприятия и аудитория в зале показывают, что drum and bass жив. Drum and bass жив. Я много отзывов получил. Люди подходили, говорили, что классно, чувак, ты делаешь дело, и вообще все молодцы. В общем, drum and bass культура жива и будет жить дальше. То есть развитие есть. Я увольняюсь с работы. Да, это очень круто. Люди пели вместе с нами наши песни. Это очень греет сердце и хочется продолжать творить дальше. Мурашки бегают, когда ваши песни поют? Конечно, да. Это... Бешеная энергия от толпы, она тебя заряжает, ты отдаешь им свою энергию. И этот обмен энергии, он просто... Я даже не знаю, как это описать, словами. Феноменально, да.
Как думаешь, почему русский драм-бейс сейчас опять в топе? Ну, как говорят, мода циклична, это раз. Ну, во-вторых, везде есть, в других странах, а чем мы хуже, собственно. Только вперед. Во всем виноваты танцы, кто меня слышит, поднимайте воздух, свои пальцы ближе к сцене, девчонки, ебаться, музыка, чутка теплота, реакция, вокруг люди требуют, товаться и респектуют. Что от вас ждать в ближайшем будущем? Новые треки. Движ удачная, ты тусишься, курсе не надо стесняться, звуки драма, весь пульс, лица, свет, папарацци, раскачали их всегда, то вот им согласны города, без меня не закрутится моя вселенная. Они уже написаны? Некоторые написаны, некоторые еще да. Пишутся, а некоторые еще не написаны. Тереби продюсеров, быстрее сочиняется водитель, да. Спасибо тебе, давай пять. Пожалуйста. Все, удачи в вступлении и хороших песен. Короче, за Drum & Bass в России можно только сейчас порадоваться. Ну, и тому подтверждение люди. Сегодня, да, все, мы любим Drum & Bass. Да. Спасибо еще раз. Если бы остался со мною, без не быть одна, это сложно. Все обосрано. Ага. Пока про. А это самое будет финализация своей карты?